Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет светильник из коллекции Tony от производителя Teka Lighting. В коллекции предлагаются модели на 2 плафона, на 3 и 4. Это то, что касается потолочных. А также предлагается еще и бра с одним плафоном. Основание светильника изготовлено из металла и дерева. Дерево здесь натуральное, цвет его венге. Также в коллекции предлагаются еще точно такие же модели, но со светлым деревом. Плафоны из белоснежно-белого матового стекла. Размер плафона 10 см на 10. Патроны Е27 из термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 60 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Включенным он выглядит вот так. Ну, с освещением здесь все в порядке. Очень даже хорошо освещает светильник. Стекло, конечно, будет свет приглушать, но в целом это хороший свет. Подойдет такой светильник для комнаты любого типа и назначения. Площадь может быть 8-12 квадратных метров. А от потолка отступает он всего лишь на 17 сантиметров. Крепится с помощью монтажной планки. Вот она. Размер этого основания 12,5 сантиметров на 12,5. А длина самой планки 10 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.